В Таможске стартовала акция «Тепло родного дома». Пункт сбора вещей для военнослужащих открылся в Центре социального обслуживания населения. Принести можно личные предметы гигиены, одежду, продукты длительного хранения и другое. Все должно быть упаковано в картонную коробку, но ее следует оставить открытой. Посылки именные, поэтому нужно знать наименование подразделения или части военнослужащего, позывной его или командира. На одного солдата принимается разовая посылка весом не более 15 килограммов. Отправителю нужно иметь с собой паспорт. Несмотря на то, что посылки именные, в них можно вложить вещи и для других военнослужащих, например, несколько пар варежек и носков. Первая партия посылок для табуляков отправится в зону СВО 16 декабря.